Политика онлайн в эфире. Здравствуйте, я Инга Мизерия, со мной на связи Ян Валетов. Ян, я вас приветствую. Здравствуйте, Инга. Итак, сейчас мы видим, что нас начали серьезно поддерживать, не глубокая обеспокоенность, не какие-то отдельные поставки, а ленд-лиз от Соединенных Штатов Америки, Бундестаг голосует за то, чтобы нам передавать тяжелое вооружение. Как вы считаете, вот эта мировая поддержка, она серьезно приближает нашу победу или это может еще сильнее разозлить Путина и атаки будут все сильнее? Ну, я, когда слышу фразу «разозлить Путина», я сразу улыбаюсь. Мы недостаточно его разозлили? Может, ну, имеется в виду ядерное. Но слушайте, на протяжении уже 2 месяцев на самом деле. Да, эта операция готовилась более года. Но какой... Надо было в 2014 году вломить так, чтобы мало не показалось. Еще лучше вот в 2008, когда он пошел на Грузию, нужно было наказывать. Да, а все боялись разозлить. Мне кажется, он достаточно злой. И то, что сейчас происходит, это чудесно, что это происходит сейчас, потому что если бы не помогли, если бы не было поддержки, которую мы получили, нас бы уже, наверное, не было. Не потому что мы не смелые, не потому что мы не отважные, да, или не воинственные, а потому что физически выстоять против такой мощи, против железа, которое 40 лет там, или 50 лет копилось, оно старое, но оно прекрасно убивает, да, ну, было бы просто невозможно. Я более того скажу вам, что те жертвы, которые случились, те потери, которые мы понесли, это отчасти вина Запада. Это вина тех, кто выкормил эту тварь, кто этому животному дал почувствовать свою силу. Да? В принципе, с бешеной же собакой нельзя разговаривать, ее нельзя уговаривать, ее не стоит ловить, ее можно только пристрелить. И я думаю, что это, наверное, правильное решение будет. Да? Ну, я категорически против формулировки «давайте больше не злить Путина». Я считаю, что его надо не злить, его надо добить. Если это в силах мира, мы сами не справимся. Если это в силах мира, это надо сделать. Я скажу вам, что судя по тому, что происходит, мир наконец начал понимать, что с бешеной собакой договариваться не нужно. Я с вами абсолютно согласна, но тут вопрос в другом. Сейчас говорят о том, что, точнее, кто говорит? Это говорит министр обороны Соединенного Королевства, да, о том, что возможно это идея, но вполне возможно, что так может быть, что 9 мая Путин объявит, что мы боремся с нацизмом по всему миру. И, соответственно, это полная мобилизация, то есть все там, не знаю, миллионы россиян должны стать пушечным мясом для того, чтобы удовлетворить его амбиции. И вот здесь начинается вопрос. То есть мой первый вопрос, я надеюсь, вы поняли, он был как раз вот к этому, что чем больше действия, тем больше противодействия. Ну, а, во-первых, этот закон работает в 2 стороны. Это первое. Да? Второе. Не министр обороны Великобритании, а Daily Mail, газета с, я не скажу, сомнительной репутацией, но слегка с несколько желтым оттенком, скажем, вот я так мягко выскажусь, да? Об этом написала, полагаясь на то, что это некое предсказание. Поэтому давайте мы будем с вами точны, делать легкий факт-чекинг, но... Сама идея. Просто потом уже я читала, я тоже читала изначально Daily Mail, потом я читала, что было уточнение о том, что этот источник, это вот этот источник, который вы назвали, но хорошо, давайте подвергнем сомнению. Давайте подвергнем это сомнение. И самое интересное в этой всей истории, что сам факт всеобщей мобилизации, которая поднимет несколько миллионов человек, он нереален. Дело в том, что мобилизация армии – это же не то, что мы бросили призыв, все пришли на войну. Да? Это всех надо одеть, это всех надо вооружить, это всех надо накормить. Этим всем нужно дать транспортную составляющую. То есть у нас должна быть логистика, которая позволит перемещать миллионы человек, миллионы тонн вооружений,
кормить эти миллионы человек миллионами тонн еды, которые нужно где-то взять, где-то получить. Война вообще очень дорогая история. Содержать армию в 300 тысяч человек, например, в мирное время, это очень большая нагрузка. Это могут позволить себе только очень небедные страны. Поэтому, когда мы с вами говорим о мобилизации миллиона человек, мы должны понимать, сколько это стоит, раз. Второе, как это все вооружить, два. Как это все и на что усадить, чтобы оно ехало, три. Понять, будет ли вот это все воевать, четыре. И самый главный вопрос, придет ли это все в военкоматы? Кто придет? Ну, объявили всеобщую мобилизацию. Ну, отмороженных в России хватает. Окей, 500 000 человек дополнительно. 1 000 000 человек дополнительно. Мы просто как бы замучаемся выносить, это да. Но 1 000 000 человек необученных людей. Пусть они резервисты. Вот я резервист, я там 40 лет назад держал в руках автомат, да? И меня бросают в бой на обученные, мотивированные войска, вооруженные по последнему слову техники. Инга, мы через полгода будем самой сильной армией вне НАТО. По вооружению, по уровню. По мотивации я не говорю. О подготовке, 8-летняя боевая подготовка позволяет нам... ну, давайте, я не буду хвастаться, да, но мы воюем очень эффективно. Мы реально воюем очень эффективно. И то восхищение, которое мы вызываем у наших западных партнеров, это не потому, что мы им страшно нравимся, а потому, что они видят, что мы делаем. Да? Конечно, есть ошибки, конечно, есть погибшие, конечно, есть проигранные тактические какие-то схемы и тактические участки на фронте. Но в целом мы ведем освободительную войну. Что главное у россиян? Тут я соглашусь с Арестовичем, только не надо иронически улыбаться. Почему? Он частый гость наших эфиров. Он на самом деле очень важную функцию выполняет. Это, поверьте мне, я вам скажу, как человек, который писатель, да, немножечко понимающий психологию людей, он выполняет невероятно важную функцию сейчас. Это как дед Панас в моем пионерском детстве. Который... Но это здорово, это очень хорошо. Он успокаивает миллионы людей. Но он прав, любые люди без мотивации, они не воюют. Что делает здесь россиянин? Грабит, убивает, насилует? Мародерит? Что он делает здесь? Он Ян, вот как раз, извините, я вас перебью, но как раз по поводу мотивации, мне кажется, пока у украинок остались кружевные трусы, то мотивация у российских мужчин воевать в Украине, она остается. Я полностью поддерживаю вашу характеристику украинских женщин. Они, наверное, одни из самых привлекательных в мире. Но я думаю, что мотивация все-таки иная. Будем говорить так, что мотивация освободительной войны, она любые кружевные трусы делает в одну калитку. Понимаете? Я думаю, что если бы эта война сейчас шла на территории России, если бы наши войска атаковали, положим, ну... Положим, Белгород, давайте, да, Воронеж многострадальный, тоже годится. Мотивация у российских военных была бы другая. Когда ты защищаешь свою семью, свой дом, ты ведешь себя совершенно по-другому. Это никак не умолит там любви российских военных к кружевным трусам, но это будет совершенно другая армия. Даже с плохим вооружением, даже с плохой подготовкой, это будут люди, которые будут зубами защищать. Ногтями будут царапать для того, чтобы защитить свой дом и свою семью. Поэтому я вам скажу, что у российских солдат нет мотивации. Они не понимают, зачем они сюда пришли. Они выполняют приказ. Ну окей, вы же понимаете, приказ можно выполнять по-разному. Да? Можно обвязаться там гранатами и броситься под танк, а можно присесть, подождать, пока танк пройдет над окопом. Это совершенно две разных танка. Я не верю в мотивацию россиян сейчас. Я понимаю, что воюет некая часть профессионалов, такие рексы, хорошо заточенные, да? Но это очень небольшая часть. Это вагнеровцы, это какие-то частные военные компании, это ребята-контрактники, которые видели уже много чего, да? Там Крым-Рым, да медные трубы. Но в целом, если мы говорим о миллионной мобилизации, ну ни одной Бурятии или Тувой, вы поверьте, это не покроет. Тем более, что этим людям надо будет платить деньги, еще раз, их надо одеть не в резиновые сапоги, их надо кормить, они должны уметь обращаться с тепловизорами, со современными гранатометами, современными, простите, орудийными системами. А наша школа артиллеристов даже в настоящий момент
бьет российскую в одну калитку. Спасибо Днепропетровскому артучилищу и Сумскому артиллерийскому. Да? Ситуация другая, позиции другие, понимаете? И очень важно те позиции, с которыми люди выходят воевать. Поднять человека из окопа под сплошным огнем может только любовь к стране, к женщине, там, к своей земле. Я уверен, что люди, которые поднимаются под там, плотный огонь стрелковый, это люди, которые понимают, зачем они это делают. А те, когда они не понимают, ну не поднимете вы никакой миллион человек. Даже если вы их загоните палкой в военкоматы, это не будет армией. Понимаете? Ну не бывает армии без мотивации. Бывает банда. Вот пограбить, там крусы кружевные поздирать, это да. А когда начинается отпор реальный, да? Когда ты понимаешь, что тебя не пожалеют, никакие уже варианты другие не действуют. Понимаете, это нереально. Хочу вас спросить вот о дальнейшем. Да, мы понимаем, что Украина становится очень сильной страной, да, вот через кровь, через это все, но мы становимся все сильнее и сильнее. Если мы рассматриваем тот сценарий, которого мы все ожидаем, и это победа Украины, то таким образом Украина... Не сомневаемся ни на секунду. То Украина, ну, остается, понимаете, вот победа остается еще вариант ядерной войны, когда не остается ничего. Поэтому, то есть, я рассматриваю только в такой второй вариант. Окей, я как физик бывший могу с вами по этому поводу, если захотите задать вопрос, я вам отвечу по поводу ядерной войны этого варианта. Ну, давайте я слушаю вас. Хорошо, да, давайте, хорошо, это будет тогда следующий вопрос. Так вот, я о том, что тогда региональным лидером становится Украина, а не Российская Федерация, и, понятное дело, там не Беларусь. Как вы думаете, как могут выстраиваться тогда отношения уже Украины и с Европейским Союзом, который чуть-чуть приоткрывает нам дверь, и НАТО, которая, собственно, прикрывает перед нами дверь? Как это будет? Ну, мне очень нравится чья-то фраза, не помню, которая сказала, что теперь не мы просимся в НАТО, пусть теперь НАТО просится в нас. Реально мы будем, наверное, самой сильной армией. Во-первых, мы будем вооружены, но по последнему слову техники. Я, вы знаете, как моя вообще специальность основная, она была связана с войной. Я инженер-конструктор по летательным аппаратам. То есть я тот, кто проектировал когда-то баллистические ракеты. Я не в специальности, понятно, да, там 40 лет, но моя специальность была эта. Поэтому я с гордостью могу сказать, что если мы сейчас начнем возвращаться на поле боя, то у нас есть специалисты, которые могут сделать очень многие вещи. Учитывая, какие технологии сейчас мы получаем в свои руки, плюс наши инженерные головы, плюс школа колоссальная, которая у нас была, плюс производственные мощности, конечно, которые пострадали, но которые существуют, поверьте мне, да, мы будем представлять очень интересное образование. По поводу регионального лидерства. На самом деле региональный лидер, он же определяется не размерами территории. Скорее всего, повестка дня сейчас такая, что мы уже есть региональный лидер. Именно по повестке дня. То есть украинский вопрос, это же не украинский вопрос в настоящий момент. Украинский вопрос, это сейчас вопрос выживания Европы. Поэтому мы стоим на форпосте, на острие иглы находимся. Да? Смерть Кощея на острие иглы, как когда-то в детских сказках писали, да? И вот это острие иглы – это мы. Мы сейчас, простите, своими жизнями, своими мальчиками, своими ресурсами воюем за то, чтобы к границам Европы не подкатилось вот то зло, которая выросла благодаря Европе, в том числе, на территории России. Там не все плохие люди, понимаете, но, к сожалению, не количеством хороших людей определяется политика страны. Она определяется большинством. Она определяется теми, кто более активен и при этом менее думающий. Думающие люди вообще проигрывают. Проигрывают люди честные, неспособные делать подлости. Да? Почему? Потому что они всегда слабее.
тот, кто играет без правил, тот всегда побеждает. Это я себя немножечко цитирую. В романе «17-й год», где пришлось анализировать причину того, что февральская революция закончилась Октябрьским переворотом и 70-летней диктатурой большевиков, четко понятно, когда ты смотришь на документы, на протоколы, на все, что непротивление злу, попытки играть по правилам приводят к поражению. Вот сейчас Украина уже не повторяет этой ошибки. Если Европа держала нас за руки в 2014 году по Крыму, да, если нам говорили, вот не надо злить Путина, не надо, не дай бог, это был тот же самый вариант, что у демократического временного правительства с большевиками. Если бы вовремя был дан отпор, мы бы не имели 70 лет диктатуры. Если бы сейчас мы стали региональным лидером в 2014 году, а все возможности для этого были, не было бы года 22-го, и многие вещи бы не произошли. Понимаете? Вопрос смены лидерства в данной ситуации – это еще и вопрос международной поддержки, это вопрос общей повестки дня, да? Это вопрос общего отношения к законам, к моральным нормам. Мы же сейчас фактически воюем за законность, за мораль, за свободу, да? То есть это не война Украины и России, это война двух цивилизаций. Цивилизации западной, которая ставит человека на первое место, его потребности, его мысли, да, которая говорит о том, что демократия при всех недостатках – это единственный возможный путь управления. И, простите, ну, используя не свое опять-таки сравнение, с Ордой, да, хотя это наиболее близкое на самом деле к истине сравнение, с Ордой, которая говорит о том, что путь к благополучию – это диктатура. Причем это не цивилизованная диктатура, такие тоже бывают. Это диктатура, лишенная всех признаков демократического общества, то есть не маскирующаяся вообще. Это фактически фашистское государство, но фашизм, я говорю сейчас формулировки итальянского фашизма, то есть полностью собранная в один пучок власть, то есть управляемая из одной точки. Вы знаете, да, слово фашизма, слово фасция, пучок вето. Вот таким образом сейчас формально построено российское государство. Плюс хорошая примесь нацизм, которая просто прет в последнее время из медиа российских, из заявлений российских лидеров, из заявлений российских политологов. То есть, в принципе, мы видим сначала стремительное потерю демократических принципов, потом мы видим стремительную фашистизацию общества, да, достаточно сложно выговариваемое слово, потом мы видим, как это фашистское общество, объединенное вокруг лидера, потом можем обсудить его личностные качества, лидерские, да, но это лидер в настоящий момент российской нации, как таковой политической, а потом мы видим нацизацию всего этого. То есть мы видим, что мы были выбраны объектом для ненависти. Эта ненависть искусственно культивировалась на протяжении многих лет. Фактически, наверное, лет 15, чтобы не соврать вам, целенаправленно строили наш образ уже от такого доброго хохла, который немножко жлобоватый и что-то там ворует, превращая нас, в общем-то, в своих медиа, в головах своих граждан, превращая нас в монстров. Нацистские добровольческие батальоны, которые держат людей в заложниках, гонят их на пулеметы. Вы же понимаете, да, откуда? Это геббельсовщина, чистая. Геббельс просто обзавидовал. И вот теперь, когда мы видим, что фактически началась новая война с нацизмом, только на этот раз нацизм пришел с Востока, говорить о том, что после победы сменится лидер, я думаю, уже излишне. Лидер уже сменился. Тот, кто защищает, тот, кто воюет, тот, кто сейчас сражается за основы демократии, это уже региональный лидер. И отношение к Украине, вот я видел в Нью-Йорке великолепные совершенно слоганы висящие. Будь, be brave like Ukrainian. Будь смелым, будь отважным, как украинец. Вы знаете, это, наверное, лучшая характеристика, которую можно получить. Да?
такая нация ультраворльцев, которые за свободу, за свою свободу, за свою землю готовы сражаться с кем угодно, пусть это даже превосходящие силы. Ян, а у вас есть объяснение, зачем 15 лет, как вы говорите, последний вот этот образ страшного украинца формировался? Я просто вот на самом деле, когда мы сейчас, я вообще достаточно мало знала о том, как живет Россия, как-то меня это не так сильно интересовало, и вот сейчас, когда мы видим действительно эти чудовищные условия, ужасные, нечеловеческие, там, где люди тонут в говне в прямом смысле этого слова, совсем не в переносном, то есть... Когда я говорила про кружевные трусы, я в первую очередь имела в виду, конечно, мародерство, потому что уже до этого, да, дошли, что своих трусов нету, то почему богатая страна не занималась своим развитием, а занималась вот именно пропагандой того, что украинцы вот такие страшные и плохие? Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что у Путина есть свое некое представление о миссии, которую он должен выполнить. Его миссия – это восстановить некое величие Советского Союза. И для этого необходимо, чтобы был старший брат, чтобы были младшие непутевые братья, да? Человек, который назвал распад Советского Союза главной геополитической катастрофой, он просто не может мыслить иначе. Понимаете, да, что, о чем я говорю? Что к нам растили ненависть для того, чтобы нас сожрать. Украинцев же нет. Есть русские, которые возомнили себя украинцами. Да? Я очень много думал, каким образом они формировали пытались сформировать наш отрицательный имидж. На самом деле все было очень просто. Да? У нас есть территория рядом, которая, в общем-то, была кормильцем, хорошим кормильцем для Советского Союза, и эта территория была населена действительно людьми разных национальностей. У нас в Украине, если не ошибаюсь, больше 102 национальностей. Там я когда-то занимался подсчетом, потом просто устал. Очень много языков региональных, очень много нацменьшинств, которые, кстати, у нас нацменьшинствами не называют, обращаю ваше внимание, да? У нас что в Закарпатье живут украинцы, хотя там масса венгерской, да, угорской крови. У нас живут болгары, которые давно стали украинцами, которым отношение совершенно нормальное. Гагаузы, молдаване, евреи, татары, кого у нас только нет. У нас в Мариуполе, тоже моя боль огромная, огромное количество греков жило. Это были украинцы на самом деле. Это были греки, но они были украинцами. И у нас не было такого понятия. В России же вот этот вот нацизм скрытый, он существовал достаточно давно. Ну, это не секрет, да, что, в принципе, отношение друг к другу, когда друг друга называют хачами, там, хохлами, жидами, кем угодно. Я такого количества высказываний уничижительных на национальную тему я не слышал нигде, кроме как в России. Очень много. Хотя, казалось бы, да, страна многонациональная, должно быть отношение более-менее какое-то, ну, я не скажу, что, может быть, оно должно быть там хорошим и целоваться в десна, да, но это должно быть отношение уважительное. Люди живут рядом, соседствуют много лет. У нас же тоже с русскими, простите, было перекрестное опаление на протяжении 300 с лишним лет. Да? Но при этом мы всегда были такие дурноватые хохлы, очень жадненькие, да, за свою хатку. И можно по этому поводу шутить до тех пор, пока ты не видишь хаты в средней полосе России или где-нибудь там за Уралом, да? Где, простите, через сточную канаву в дом ходят, трубу не прокладывают, мостика не прокладывают. То есть ты вот как с ногами прошел через сточку и вот попал в дом. И когда ты понимаешь, что эта разница, она существует, ты начинаешь понимать, что, наверное, мечта вот эта Путина нас каким-то образом расчеловечить, она связана с тем, что они бы хотели, чтобы мы были с ними. Но они не понимают, как это сделать мирным образом. Они не умеют это делать мирным образом. Они любят принудить к дружбе, принудить к любви, принудить к сотрудничеству. Да? Мы всегда говорим о чем, что, например, газ, который поступает в Европу, я об этом кричал, блин, я не знаю, сколько раз. Это оружие.
это на самом деле оружие. Это не потому, что вам его хотят даже продать. Это потому, что они хотят, чтобы вы от них зависели. Да? И вот это желание достаточно мудро облекалось вот в формы принижения. Да? Вот мы хотим, чтобы Украина была с нами. Но, ребята, вы же что вы себя представляете? Вы же ничего себя не представляете. Что у вас? У вас там этого нет, у вас того нет. Вы никто. Кто вы такие? О чем мы вообще с вами говорим? Ну, вы давайте к нам, вот вы придете к нам, вот тут вы займете свое достойное место. А так, вы же глупые, а вас же анекдоты рассказывают. Вы же младшенькие. Ну, мы еще посмотрим, кто из нас младшенький, на самом деле, да, если в историческом аспекте брать. Но вот это культивировалось. Обязательной программой во всех компаниях были шутки про сало и про украденный газ. Я уж не буду говорить, как этот газ называли, да. Вот. Это было обязательно. Ты даже попадал в достаточно интеллигентную компанию, и тебя слегка, ну, в прессе ж написано. Очень примерный был момент. Играл, если не ошибаюсь, «Спартак» с кем-то, и на центральной, на обложке спортивной газеты было надписи «Бей Хохлов, спасай Россию». Но Хохлов – это фамилия игрока «Спартака». Но вы понимаете, как журналист, да, что тот, кто это креативил, он имел в виду совсем не как бы добрую шутку. Да? Это не хорошая шутка. Это очень как бы... Ну, я бы так не пошутил, даже если бы я так подумал, скажем так. Да? Это было на форзаце, это на первой странице. И когда рассказывали анекдоты, когда постоянно рассказывали, что мы воруем газ, что мы ни на что не способны, что мы все проиграли. Когда они заходили сюда, покупали предприятия и превращали их в металлолом. Это же тоже все сопровождалось совершенно определенного рода риторикой. Любая такая операция длительная по подминанию, она связана с, как артподготовка на фронте, нужна долговременная идеологическая подготовка. В принципе, современные башни, как у Стругацких, да, справляются с этим за достаточно большой период времени. Но была проблема. Родственники в России, родственники в Украине, люди, которые ездят друг к другу в гости. За месяц не поломаешь, за два не поломаешь. А вот за годы, когда тебе яд вливают в уши, когда тебе рассказывают, что рядом с тобой факельные шествия проходят, и мы разрушаем памятники людям, которые воевали во Второй мировой, да? Когда моему близкому другу звонит его друг детства, военный, достаточно высокопоставленный, российский, и говорит, а ты знаешь, что у тебя там спиливают деревья, в которые попали пули на Институтской, для того, чтобы скрыть истину о том, что вы расстреляли своих собственных людей. А мой друг в этот момент стоит на Институтской. Он говорит, что тут спиливают? Я вот тут стою. Хочешь, я тебя сфотографирую? Деревья, они на месте. Ты мне врешь. Они выросли вместе. Ни в одном классе учились, не дружили. И человек, не глупый, вы понимаете, да, командир, грубо говоря, атомной подводной лодки, звонит своему украинскому другу, с которым они когда-то вместе выросли в военном городке, поскольку отцы служили рядом, и говорит ему, ты врешь, а тот стоит и видит перед своими глазами. Но верят не ему, верят телевизору. Очень тонкая, очень грамотная, очень подлая политика превращение Украины в некий оплот нацизма, при том, что у нас две правых партии, по-моему, 1.5% набрали во время выборов, когда они баллотировались, а Рабинович набрал 3. Я не скажу, что Рабинович лучше, чем эти две партии, но он набрал 3. О каком нацизме идет речь? Мы говорим, это же мой разговор личный, я говорю, у нас президент еврей, а мне говорят, ну, нацист. Отлично. Что такое? Когда? Что такое нацист? А что у вас в учебниках написано? Говорят, ты наши учебники читал? Ты наши учебники лично видел? Нет. Но мне говорят, я слышал, вот у Соловьева, вот у Толстого говорили, что у вас в учебниках. Что у нас в учебниках?
У нас в учебниках появились главы о том, что у нас были партизаны, которых, простите, Советский Союз до 56 года с помощью авиации не мог выкурить. Вы понимаете, что такое военная мощь страны, которая только что выиграла фактически Вторую мировую войну. Да? До 56 года выковырять не могли. Конечно, было лучше замолчать. Да? А вот сейчас, сегодня, когда мы все почувствовали себя бойцами УПА, я думаю, многие вещи смотрятся совершенно иначе. Но они смотрятся для нас, не для них. У них есть уже сложившаяся за 15 лет картина, достаточно стройная, в которую они верят, наверное, от и до, за которую они готовы даже прийти воевать, как в 2014 году. Когда, по-моему, дня 4 или 5 назад, вы не видели потрясающее гнездо геев, обнаруженное в... Я это видел лично, кто-то из них военных корреспондентов, вот мы в Мариуполе только что обнаружили гнездо геев и лесбиянок, они там показывают какие-то картинки, которая управлялась лично Байденом и Конгрессом. Это идет по телевидению. То есть, вы же знаете, что они поддерживают? Вот фактически вот оно управлялось, это в Мариуполе мы нашли, представляете, тут что они хотели на наших детей покушаться этим. Эти геи и лесбиянки. И это кушается все. Народ хавает, понимаете? Геи и лесбиянки в Мариуполе, которые управлялись Байденом. Ну что еще можно сказать? Ну, как это можно комментировать? И еще раз. Это же каждый день со всех утюгов. Я иногда люблю посмотреть «Пятиминутку ненависти», включить господина Соловьева и посмотреть, что они несут. Да? Для меня это ужас. Но люди, которых я знаю, достаточно близкие мне люди, говорят, тебе промыли мозги. Я говорю, подожди, мне промыли мозги? Я тут живу. Я вот за всю свою жизнь тут, я видел факельные шествия. Но я их видел вообще очень давно, в 1976 году. Я даже участвовал в этом шествии. В пионерском лагере «Молодая гвардия». У нас был выход какой-то могиле, там, которую все там охраняли, стоял почетный караул, погибших во Второй мировой войне, это было факельное шествие. Вот я в нем участвовал. Я видел это. Но я видел фашистские марши, простите, нацистские марши в Советском Союзе. Ну, не в Советском, на территории бывшего Советского Союза, в России. Я видел, как Рогозин зигует. Ну и? Доказать ничего нельзя. Я, как очевидец, ничего не решаю. Соловьев знает лучше. 15 лет обработки. Что вы от них хотите? 23 года диктатуры. Какие мозги за 23 года диктатуры? Кто это выдержит? Какие мозги это выдержит? Тем более, что, скажем так, особых мозгов там, как в любом обществе, наблюдается 5%. А все остальное – это люди, подверженные любой пропаганде. Любой, какой бы то ни было. Самый тупой. Результат мы видим? Видим. Российское общество ненавидит украинцев. У них, прости меня, бабушка из-под Харькова, а они бомбят Харьков. Что еще нужно говорить? 15 лет – это почти поколение. Люди, мои ровесники, которые родом с Украины, из Чернигова, там человек из подводной лодки стреляет по территории Украины. Вот такая идеологическая операция. И мы, и Запад это допустили. Понимаете? Ну, мы помешать не могли, но мы могли обращать на это внимание. А как это допустил Запад, для меня чистая загадка, как люди могли не просчитать последствий, которые были видны. Они были видны заранее. Они в 2001 году были видны, когда это животное выбирали, да, которое пришло к власти, ну, вообще путем наследования. Это как династическая передача. И с ним говорили, потому что было выгодно. Потому что нужен был газ, нефть и так далее. Вы дали, простите, этому червю вырасти, этому глисту, до колоссальных размеров. А теперь страшное удивление, что он грозит всему организму. Но, к сожалению, мы с вами не полетели. Ян, хочу теперь вас спросить по поводу все-таки возможной ядерной войны, атомной войны. Насколько это все реально? Потому что в основном эксперты, они сходятся только, точнее, они спорят не о том, насколько это возможно и что будет с планетой после, а о том,
Можно ли заставить всех одновременно нажать на кнопку или нельзя? Будут ли люди, которые в процессе откажутся и таким образом спасут наше мироздание? Вот давайте с научной точки зрения, что может быть, если все согласились? Смотрите, прервать цепочку, вот та самая цепочка приказов, я не могу вам тут ничего предсказывать или о чем-либо говорить, потому что это зависит от конкретных людей, которые сидят на конкретных местах. Любое предсказание будет пальцем в небо. Жить хотят все. Я хочу сказать о другом, что вокруг Путина находятся люди достаточно ему верные, но все не хотят жить. Просто хотят жить. Что такое применение тактического ядерного оружия? Ну, в сторону Украины, например, да? Не дай бог, они ударили по какому-то из наших городов, для того, чтобы показать, что вот какие мы крутые, вот какие у нас стальные, так сказать, яйца. И вот мы сейчас покажем Украине Кузькину мать, как любил говорить Никита Сергеевич Хрущев. Да? Вот Кузькина мать к нам прилетает. Использование даже тактического ядерного оружия превратит Россию в мишень номер один. Потому что любой западный политик, каким бы он трусливым, каким бы он опасливым не был, как бы он ни боялся разозлить Путина, понимает, что если прилетело к нам, то ничто не помешает прилететь к ним. Причем не просто прилететь, а прилететь по полной программе. Поэтому ударить по нам тактической даже ракетой ядерной, это означает нарисовать у себя на лбу и на всех остальных местах мишень. Это стать мишенью для удара Соединенных Штатов, Великобритании. Я подозреваю, что Франция у нас ядерная держава, тоже вряд ли будет молчать. Плюнуть в лицо миру можно. Но я понимаю, что около Путина есть люди, которые понимают, что если мир плюнет на них, то они утонут. Просто реально утонут. Во-первых, существуют системы ПРО. Достаточно сильные системы ПРО. Я уже, наверное, секретов никаких не сообщу. Это слишком давно было. Но существуют там ракетные системы, которые бьют по шахтам. Им не надо разбивать шахту саму ракетную. Да? Они взрываются рядом и сбивают прицел. Они не дают системе успокоиться и прицелиться. Постоянно шатают их. А потом прилетает нечто большое. Прямо вот в это место. Да? Но опять-таки, в ответ на это можно мне сказать, что существуют там системы после судного дня, да, которые после всего стреляют. Но эти ракеты идут по баллистической траектории. Существует масса систем ПРО, которые умеют бороться с ракетами, идущими по баллистическим траекториям. И системы, будем говорить так, автоматики, наведения, и, которыми владеют наши союзники, они значительно более совершенны, чем те системы, которые есть у России на настоящий момент. Несомненно, будут потери с двух сторон, но я полагаю, что выжженная пустыня на месте там, европейской части России, как бы там сильно не защищена была промосква, это просто неизбежно. Просто неизбежно. Да? Раз. Второе. В каком бы бункере ни отсиживалась эта крыса, существует средство достать такой бункер. Если он вычислен, есть как бы мнение, что он вычислен, я думаю, что этот бункер просто расплавится от количества того, что туда упадет. Уже ж никто не будет считать, каким образом это сделать. Просто будут делать. Или наоборот, оставят бункер и выцарапают оттуда крысу. После того, как выдернут все зубы. Идет речь о чем? Любая война ядерная – это больше о системе сдерживания, чем о системе нападения. Если ты один владеешь ядерным оружием, ты первый парень на деревне. Ну, просто первый парень, круче тебя никого нет, только горы и некоторые хорошо сваренные люди. Но, когда таким же высокоточным ядерным оружием обладают несколько стран, которые входят в ядерный клуб, и которые находятся на другой стороне фронта, ну, надо быть безумцем, или быть окруженным с полными безумцами, да, для того, чтобы на это пойти. У меня надежда не на то, что кто-то прервет цепочку. Хотя я тоже думаю, что это может такое случиться, потому что люди все хотят жить. У меня на то, что если такой приказ будет отдан, рядом будет находиться масса народу, которая схватится за табакерки срочным образом.
просто схватят эту табакерку. Потому что реально они, у них дети, у них семьи. Более того, сейчас олигархи находятся в состоянии полного ошизения. Это же люди, которые жили западным образом жизни. У них же дети заканчивали лучшие университеты, работали в лучших фирмах. Сейчас русских, простите меня, санными тряпками гоняют по Европе, по Америке, везде. Да? Китай, который ведет себя, ну, мягко говоря, сдержанно, высказывается позиция. Но мы же видим, какие косвенные действия делает Китай, там, отказывая в регистрации карт кредитных, да, не давая расплачиваться на своих сайтах. То есть, ну, вроде как потихонечку, но даже с той стороны, да, с великой стены китайской, мнение меняется. Поэтому, ну, я бы, например, не стал говорить о том, что неизбежный удар со стороны России решит ее проблемы. Он может создать проблемы нам, положим, да, если какой-то город наш будет поражен. Но дальше я не берусь даже предсказывать, что будет с той же самой Россией. Я думаю, что ее даже бить там ядерным оружием не будут. Просто собьют все ракеты и после этого зайдут на территорию. И выцарапают, говорю, кого угодно из какого угодно бункера. Тактическое оружие не вызовет ядерной катастрофы всемирной. Да? Почему? Потому что для этого нужны взрывы очень мощных мегатонных бомб или очень большое количество задействованного тактического оружия. Но я даже не представляю, есть ли такое количество для того, чтобы вызвать мировую катастрофу. Да, будут экологические проблемы. Да, будут большие жертвы. Да? Но на этом история России закончится. Вот просто закончится навсегда. Мир не сможет это, с этим смириться уж точно не сможет. И уж точно не испугается. Потому что это равносильно тому, что поднести там пистолет к виску и выстрелить. Дать ему это сделать. Я полагаю, что и в Кремле это понимают. Не могут не понимать. И вот эти все размахивания ядерной дубиной... Это из серии блатного, который выхватывает нож там, перед взводом спецназовцев и говорит, да я сейчас вас, значит, буду резать, буду бить. Но перед ним стоят люди, которые одеты в кевларовые жилеты, в тактические очки с автоматами, и, в общем-то, они на него смотрят с некоторым недоумением. Нельзя недооценивать опасности безумцев ядерной кнопки, но одновременно я бы не стал говорить о том, что этот безумец может кого-либо серьезно испугать. То есть принимаем во внимание, что это идиот. Как бы не пугайте страуса, да? Полы загонишь бетонные. Поэтому его будут выжимать вот таким образом, как выжимают сейчас. С помощью ленд-лиза, да, сначала на свою территорию, потом бетонный забор, потом поверху забора бетонного колючая проволока, вокруг ров, во рву крокодилы. И вот нехай они там кушают брюкву внутри. Умрет этот подонок. Возможно, на его место придет кто-то, с кем можно разговаривать. В любом случае, без того, чтобы... не превратить Россию сейчас в сырьевой придаток, в жизни не будет. То есть все санкции, которые только можно, отрезать от внешнего мира, заставить разоружиться, а потом включать башни, которые будут у народа из головы вынимать это русское величие, попытки встать с колен и все остальное. Потому что, опять-таки, за год мы это не сделаем. А вот с помощью санкций и длительной пропаганды после смерти этого маленького ничтожества, тогда можно будет о чем-то разговаривать. Пока совершенно безнадежно, но бояться войны я бы ни вам, ни нашим с вами возможным слушателям не советовал. Война уже идет, это Третья мировая война. И то, что в ней еще не применили тактическое ядерное оружие, говорит о том, что существует некое равновесное состояние, тогда все-таки через какую-то грань переступать никто не будет, потому что это будет означать для одной из сторон потери, а для второй – прекращение существования. Ян, большое вам спасибо. С нами был Ян Валетов. Подписывайтесь на канал Политека Онлайн, ставьте лайки, пишите комментарии. Я, Инга Мендяря, с вами прощаюсь.